шмели и пчелы. Их тут так много, целый рой. Вон шмели, не знаю, видно? Огромные шмели. И может быть осы, но осы же не могут тут летать. Похожи на осы какие-то. Тоже из отряда пчел. Тут и жуки какие-то. И даже мухи. И все вокруг одного цветущего куста. Тут такая деятельность прям. Это барбарис. Вон или осы, или пчелы. Видно? Короче, что-то с очень большим желтым брюхом. Мухи одновременно. Какие-то вон жуки. Вот еще какая-то муха. Потом... А вон шмели. Крупные. И вот шмель. Шмелей тут много. Я уже 5 вижу. Крупный такой товарищ. И пчел было много, но почему-то в этот раз пчелы разлетелись. Наверное, потому что осы появились. Это же враги. Вон пчелы там все. Целый мир. А это непонятно, пчелы или осы. Они какие-то гигантские и немножко на осы похожи. Но интересно, что здесь и пчелы, вот точно пчел видела. И осы, и шмели, и мухи, и жуки. Угодила всем. Ого, вон еще какой-то. А это оса все-таки. Осы же не собирают. Может, какой-то там, я не знаю, шерстный трутник, как они называются. Осы же, я не знаю, собирают ли они нектар. И что здесь делают шмели, я тоже не знаю. Я больше про пчел читала. Где ты, шмель? А, вот. Такой парень прямо подлетает рядом. И бабочки заодно. И вот какие-то тут крупные. Вон она, это оса, наверное. Кто это такой? Что-то по энергетике. Да, это острые эти крылья. Где она? Вон оса. Такой хищник, от нее энергия хищника идет. Ого, жало. Жало тут такое гигантское. А с осами я, наверное, не дружу. Вот это я не боюсь всяких пчел и шмелей. Они меня любят. А вот осы не факт. Так, а вон пчела. Это точно пчелка. Какой-то межнациональный тут товарищ. Тут куст. Два шмеля. Прикольно. Парочка шмелей. Реально, пчелы, мухи, два вида жуков, шмели, осы. Осы гигантские вместе с пчелами рядом орудуют и шмелями. Надо посмотреть, что в Барбарисе такое есть, что они все на цветочках. И мухи цветочки обрабатывают. И все жужжат. И осы, и шмели даже стучатся друг к другу, но ничего друг другу не делают. Но осы меня пугают. Такие они. Ого. Она большая, почти как шмель. Вон шмель даже меньше. И попа и шмели. Такие ребристка такие. Это мне надо расклад сейчас сделать. Ой-ой-ой, она ко мне подлетела. Красные жуки какие-то тут тоже орудуют. Вон пчелки. Хотя медоносов по кругу очень много. Зачем им этот куст? Непонятно. Так, ладно, пошла я котенка искать.